Покажу сейчас крепление туманок Eagle iFog. Они бывают трех видов, сами туманки. Вот это средняя, там что-то 3, нет, 2,5 дюйма, 3 дюйма и 3,5 дюйма диаметр. Они, в принципе, все подходят. То есть вот так оно встает, и здесь вот такой железный крепежик идет. Вот так он сюда крепится, и туманка с боков на два болтика вот здесь садится. Ну и там как бы регулируется по высоте, то есть можно отрегулировать. И плюс потом еще с обратной стороны герметик вот так по контуру. Вот так вот делаем. И еще на герметик дополнительно. Ну и все, как бы они не нагреваются, потому что они светодиодные. Диодное кольцо у них есть. И сами туманки тоже диодные. Вот. Ну правда, пишут на AliExpress, что перегорает. То есть, видимо, брак тоже бывает. Ну Китай есть Китай. Ну, по крайней мере, это внешний вид даже прикольный, если даже их не включать.